коллекции цветов от студии «Вдохновение» начался концерт, посвященный Международному женскому дню. В Доме культуры Пушкина подготовили праздник для милых дам. Пригласили учителей и работниц сферы культуры и спорта, представительниц общественных организаций. Все в этот день было для прекрасных женщин. Дорогие наши любимые женщины, разрешите по поручению главы городского округа Пушкинский Максима Валерьевича Красноцветова поздравить вас с прекрасным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Концерт «Весеннее настроение» собрал самые яркие номера от артистов округа. От самых маленьких до уже всем известных исполнителей. Выступления, соответствующие задорные песни, которым подпевал весь зал, и чувственные танцы. Восьмого марта каждая женщина должна быть с цветами. В ДК об этом позаботились. Все пришедшие на концерт получили свой подарок. Хорошим весенним настроением в этот день была обеспечена каждая. Мария Лихобавенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.